Я всех приветствую. Вот сегодня уже 25 апреля. После очередных дождей у нас немножко наладилась погодка. На градуснике 19 градусов тепла. Сегодня будем производить манипуляции по пересадке пчелок из одного улика во второй. Кому интересна данная тема, не переключайтесь, оставайтесь вместе, посмотрим. Посмотрим состояние семейки, сколько расплода, как работает маточка. И заодно пересадим пчелок в новое жилище. Вот так вот выглядит эта семейка. На 5 рамочках. В принципе, пчелка уже освоила все 5 рамок. И необходимо их немножко расширить. Сейчас эту процедуру совместно и проведем. Здесь уже свежачком забили пергой, напрыск пошел. С этой стороны еще присутствует старый медок. Начинаем это все планомерно переставлять в новый улик. Здесь уже крытый расплод. Снизу матка все забросала яйцом. Вот такой вот пятак. Вот сама маточка. Здесь то же самое. Крытый расплод, яйцо, личинка. Сразу с краю между медоперговой ставлю вот такой вот суш. Под засев маточки само то. Вторая рамка. Тоже можем наблюдать крытый расплод. Уже свежим нектарчиком забивают. Яйцо, личинка. То же самое со второй стороны. Пчелка вон уже выходит. Молодая. Часть пчелы уже вышла молодой. И маточка засеяла и эту рамку. Здесь они, нектарчик свежий, перга, здесь еще старый медок присутствует. Мы его вот таким, не отходя от кассы, стамеской скроем, чтобы они его выбрали.
Это опять же будет еще со старым метком. Еще добавляю вот такую усушку. И еще одну светлую сушнинку такую. Ну вот, в общем, процедура пересадки. И вся. Пчелка еще по привычке лечит сюда свой домик. Сейчас мы его отставим в сторонку и на место поставим улик. Предварительно перекручу желтенький загородитель, поменяю на тот зелененький. Более привыкли они уже к этому, поэтому будут идти беспрепятственно на новое место. Ну вот таким образом, буквально за 15 минут пересадили пчелок из одного улика в другой. Перекрутил заградитель, и пчелки беспрепятственно как шли, так и идут на свое, можно сказать, прежнее место.